Очевидец опубликовал в интернете видеоролик, где запечатлен момент переброса танков со стороны Таджикистана на границу с Киргизией. На кадрах видно, как по населенному пункту едет военная техника. Как минимум 3 танка направились в сторону границы. Да, Таджикистан укрепляет военное присутствие на киргизско-таджикской границе. Стягивается спецтехника, но количество неизвестно. Уточнили в силовых структурах Киргизии. Вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана началось на границе двух стран. Пограничная служба Киргизского государственного комитета национальной безопасности обвинила таджикскую сторону в провокации конфликта. В ходе столкновений погиб один гражданин Киргизии. Общее количество пострадавших составляет 17 человек, сообщили в Минздраве Киргизии. Президент Киргизии Садыр Жарапов провел заседание Совета безопасности страны в узком составе. Он отметил, что в настоящий момент необходимо принять меры по мирному урегулированию данной ситуации. Карабах центр, пеш мама. Дородоро, дово кто? Гордам он еще ещё. Стой, 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 стой